Надеюсь, вы понимаете, насколько многогранна и сложна жизнь простого российского орнитолога. Он вам и ходок, и певец, и знаток, а еще он собиратель личинок. Знакомый птенец мне рассказывал, что личинки усача не так вкусны, как опарыши с прогнившего мяса. Поэтому мы обязательно найдем здесь в лесу сдохшую какую-нибудь божью тварь, на которой уже поселились опарыши, и предложим их в рационе для наших любимых московок.